Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game, добро пожаловать на прохождение The Gun, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, нам поговорить с Клеем нужно. Клей, там, давай. Макгрудер послал сюда из Доджа пояс с пулеметом. Порт уже на месте, готовит засаду. Ну, поехали! Пулемет, засада. Садись на коня и следуй за мной. Что-то интересное у нас. Не отставай! Так, подожди. Подожди. И уносят меня пироги. Блин, этой игрушке реальный ремейк нужен бы. Было бы прикольно. Обновить графику, новые какие-нибудь квестики добавить бы. Ну и старые, в принципе. Было бы очень круто. Так. Что вы мутите? Точно корова в болоте. Так, нам надо вылезти, что? Что он сидит? Сядь седло, коня поезжай. У нас мало времени. Сюда подойти надо. Эй, Клей, ты как раз вовремя. Кол, не пособишь мне с этими пороховыми бочками? Пока я буду выгружать их, будь так добр, оттащи их вон к тем скалам. Так, это же грузчик, парень работящий. Так, револьвер давайте возьмем. Могут рвануть. Не здесь, внизу у дороги. Так, подожди. Клей поможет тебе установить бочки. Ставь их у тех камней и слушай, что он тебе будет кричать. Чтобы устроить... Так, подожди, мне вниз надо или куда? А, вниз мне надо, да. Я с бочки не могу прыгнуть. Хорошо. Это очень хорошо. Так, а сколько бочек нужно? Я так понимаю, вы поезд собираетесь подорвать? Это хорошо. Это очень хорошо. Две бочки. Только поезд едет в каньон. Там поближе к складу. Это куда? Чавес с парнями решили, что ему удастся тормознуть поезд у Доджа. Но там засада, их же всех перебьют. Так, я что, просто так, что ли, бочки таскал? Отменяется? Поехали! Взрывать ничего не будем? Что это такое? Или мы догоним поезд, или нас перестреляют. Так, чё он постоянно на лук переключается? Так, вон-то, тут даже птичка летает, орел, видели? Вот это погружение. Вот это. Тут еще и собаки же были. Собаки, получается, волки, Господи, коровы, птички. Только бы Чавесу удалось их сдержать. Бизоны, лошади. Они буквально за этим поворотом. Так, да, надо лошадке немножко дать отдохнуть. Восстановил силы. Скорее! Тихо. Защити повстанцев. От кого? От чего? Уничтожь всех людей. Помощь рядом. Не знаю, сколько бы мы еще продержали. Я к ним подошла подмога.
Сдерживайте их, пока мы не развернем пулемет! Я теряю людей! Так, где ты? Вот это мерзость! Остань! То есть ты... Сзади. Где лошади, блин, все перебиты. Ты самый лучший, мне кажется, да, что надо было сейчас заниматься. Я понял, нужно быстрее опередить поезд теперь. Так. Да, блин, ну... Так, слушай, а как мы направо-налево, блин, я дороги не сильно-то помню. Так, тихо, давай, блин, сюда, не сюда я. Ага, вот он. Вернулся. Тащи последнюю бочку, а я пока отнесу оставшиеся боеприпасы наверх. Эй, быстрей. Тащи эту бочку сюда. Отлично. Теперь бегом обратно на утес. Как состав с ним поравняется, стреляй по бочкам. Не стреляй, пока поезд не въедет в каньон. Откуда мне, блин? Отсюда? Не спеши, спокойно. Спокойно. Блин, столько надписей огонь! На экране. Он сказал же... Чё? Ты ещё не успел вовремя подорвать динамиты. А... Там он просто в голосовом, он сказал... Тащи последнюю бочку, а я... Он в голосовом сказал, что когда будет в туннеле, но он... не заехал в туннеле же. Отлично! Не стреляй, пока поезд не въедет в каньон. Отлично, теперь бегом обратно на учёс. А, в каньон, а не в этот туннель. Заранее, короче, понял даже. Теперь правильно? Так, что такое уничтожить охрану поезда? А где они? Ну что, туда к ним прыгнуть, что ли? Ну давай, запрыгивай. Возвращайся наверх и постарайся использовать все прыгательные позиции. Ах!
Что он делся? Не, вы что там закидываете? Так, успех, ух. Думаю, тебе стоит взглянуть. Здравствуйте, туземцы. Похоже, не вас одних сгоняют со своей земли. Держу пари, Макгрудер использует их вместо рабов. Выводи их оттуда. Мужчина помогает. Они хотят пить. Дайте им напиться. Вот дерьмо. Так отведи их домой. А теперь я многих освободил. И чувак только с водой прибегает. Научился трещать по их. Черт его знает. Я вроде как его слова понимаю, а сам ничего сказать не могу. Ладно. Пора нам вернуться в лагерь и обсудить дальнейшие действия. Что-то странно. Одного увели, короче, назад. Так, ты нашел себе новых врагов. Задание сила. Слухи на Западе разносились так быстро порой, так даже слишком быстро. Возможно, тебе пора точно совершенствовать своих навыков и подналечь, что? А, да, подналечь на внесюжетную работинку. Ты, то бишь, задание заодно и экипировку будет, значит, что обновить. А то сказать, то сказывают цены. Цены то на привязанный товар нынче в рост пошли, чтобы получить нажмить пробел. Ничего не понятно, но очень интересно. Теперь мне, блин, мне что, сюжетку не дают этот? Так, отплылся в лагерь. Выполнить. Мне еще побочку заставляют делать. Так, а я не могу туда быстро? Блин, не могу. Ну ладно, давайте я быстренько доскочу тогда до туда. Так, тут какие-то часовые. Поговори с одним из часовых. Так, товарищи, здравствуйте, я ж свой. Ух! Ого, ну и ну. Очень признателен, очень-очень признателен. Хорошо, когда все хорошо, правда? Может, последний раз гуляем, пока Макгрудер не заявился? Когда я разговаривал с этим одноглазым мерзавцем, он сказал, что знал Неда. Это правда? Парень, во время войны Макгрудер нами командовал. Ты шутишь? Как это, Клей? Расскажи. Это случилось в конце 64-го. Конфедераты были в отчаянии. Макгрудер убедил Ричмонда отправить нас в секретной миссии. Он хотел найти Куеверу, древний город золота. Ходили слухи, что один белый из местных был в этом потерянном городе. Нед нас с ним познакомил. Доктор Кэмпбелл, полагаю. Майор Макгрудер, Техасский кавалерийский полк. Если вы охотитесь на федералов, майор, то вам здесь делать нечего. Я не охочусь на федералов, доктор. Капрал Эллисон! Где крест? Не знаю, о чем вы говорите. Что он сказал? Он сказал, что когда-нибудь ты найдешь то, что ищешь, и этот день станет для тебя последним. Господи! Господи. У меня нет времени на игры, доктор. Том, мы так не договаривались. Нашел! Ну, наконец-то. Сукин ты сын, этот крест не принесет тебе удачи. Нет, так дело не пойдет. Какой-то маньяк какой-то. Если бы я не испугался, как Нед, Макгрудер сейчас бы горел в аду, а не занимался своими адскими делами здесь, у нас.
Ты хочешь сказать, он до сих пор ищет Куеверу? Война кончилась, но миссии его нет. Для него это как святой Грааль. Клей, перед смертью Нед сказал мне, что он мне не отец. Ты что-нибудь об этом знаешь? Нет, парень. Хотя Нед никогда не переставал меня удивлять. Клей, ополченцы Магрудера, не меньше 20 всадников. Вперед, я прикрою из Гатлинга. Возьми эту винтовку. Она мне хорошо послужила. Новое оружие. Шарпс 1874. Так, Шарпс образца 1874 года. Отличная дальнобойность и огневая мощь. Идеальное оружие для снайпера, любящего работать с безопасной дистанцией. Вы с Чебезом будьте наверху. Так, я думал, лошадка сзади стоит. Я буду внизу у пулемета. Давай. Vamos, Colto! Pronto! Правда, из меня снайпер. Особенно в этой игре. Винтовку используйтесь. Нажмите левую кнопку, но это понятно. Ты чего там застрял? Я за тобой слежу, Кол. Ты дашь нас, я тебе глотку перережу. Откуда он стреляет? Это window, por favor, man. Chias, amigo. Парфагоры, парфагоры. А здесь тут золото. Ага. Чёртову дуру заклинило! Я попытаюсь все поправить. Держи их подальше от меня. Так, стой. На мосту! Слушай, дай мне вот так сделать. Проще будет. Там тоже золото есть. А я могу туда? Быстрее, тут Клей убивает, блин, я со своим золотом. Вон они! Где ты? И у Куи вообще кабачки нету. Коул, а ну бегом сюда! Это... Ты останешься здесь и будешь защищать форт. Посмотрим, хорошо, нет ли их уже в предгорьях. Поехали! Так, ну что, зажжем рог моей дыре? Кавальерос! А, это наш. Это наш. А ты паршивец. Так, у меня тут перегрева нету. Да блин, ты что взялся? Ты что? Ну, звук пропал. Даже хорошо. А вот. Колта! Форд хочет с тобой поговорить. Так. Ну чё, Форд? Видал пушечку? Угу. Если они успеют разложить эту штуку... Началось. Что делать-то будем? Вот тупак. Ты меня... Захватите пушку. Держись за скалами! Пушкин кот. Нифига себе. Тебе, Катер. Черт! А!
атаку! Где, 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 где? Угу, закончено. Замечательно. Так, новое оружие. А это нам дали, мы опять не будем читать. Какие мы молодцы. Боже, вы только гляньте, как они драпают. Они взяли Клея. Там, в горах. Они везут его в Empire City. Но все, нам всем хана. Чушь собачья. Теперь у нас есть гаубица и пулемет Гатлинг. Бестолку, парень. Теперь они точно знают, где мы. Теперь мы поступим вопреки их ожиданиям. Нападем сами. Черт побери, парень. Ты такой же псих, как Клей. И я такой. Ага, замечательно. Поболтайте. Так, а он где? Он где? Он где? Далеко, что ли, от меня? Он... Шериф. Смотрю, я есть. Так, подожди. Можем сразу туда переместиться же. Не обязательно прийти. Джонс и Деккер ухитрились оттащить эту гаубицу в ущелье чуть севернее Эмпайра. Так что атака начнется, как только мы к ним присоединимся. Поехали, парень. Мы уже опасны. Угу. Так, а где моя лошадка? Где мой дом родной? Как ударим, так. Придется двигаться через город как можно быстрее. Когда возьмем мост в Empire City, двигай в китайскую прачечную и проберись в опиуму курильню. Ёп, сколько тут. Там ты сможешь отыскать потайной ход, ведущий в подвал дома Худу. Кстати, прикольно, когда он... Сдается мне, что Клея они держат именно здесь. Он голову как бы отворачивает, когда у него типа у Тихос становится голос. Это наш единственный шанс, парень. Какая механика интересная. Чтобы жизнь, по идее, так же, когда типа далеко чувак. И ты голову, допустим, поворачиваешь ухом, такой опа, и не слышишь. И типа ухом поворачиваешься к нему, чтобы получше услышать. Поняли, поняли? Типа, реализм. Худу все утро стягивал людей в город. Сейчас у него, наверное, уже человек 30. Сейчас у него станет на 30 меньше. Я покачу пушку, а уж вы, парни, прикрывайте меня, пока я не доползу до места. Ага. Так, теперь лошадь. Может, на лошади как-то привязать, нет? Так, так, мне вперед бежать с ними или сзади его прикрывать? Как это вообще работает? Здравствуйте, а не подскажете, где здесь библиотека? Не подскажете, да? Так, у вас есть там виски, может быть, внутри? Нет? Может, вы ему поможете как-то, ребята? Что это так? Бедолага. Да блин, стряхни их с меня! Так, откуда? Они атакуют! На крыше дома твоего, ах ты! Там тут. Черт, ой-ой-ой! Вы же еще бочку да-да. Че бочки раскидали?
Ну, давай, отмени. Где, где, где? Кто больше бочек не кидал? Откуда? Вижу, понял, понял. Подожди, подожди. Так, адреналин повышаем. Так, я пока этим виски не буду пользоваться. Я как бы. Есть хпшка, потом еще прибегу. Все равно медленно катит ее. Ёу, бедолага, просто бедолага он тут. Где я? Ага, вижу, вижу. Так, адреналинчик себе. А к тебе попали все-таки, да? Да так реально жалко его. Лучше стрелять тебе. Мазать нельзя, иначе нам конец. Они контратакуют. Бей их, Пол! Ёшкин кот. Победите салон. Угу. Нифига себе, вы еще черти. Вы че, хулиганы? Тут можно уже выпить. Паршивцы такие. Так, а для чего мы сюда при... Так, адреналинчик. И что за девчонками побежала? Это засада, что ли, по-вашему называется? Так, а что мне нужно? Мне, может, бочонки нужно принять? Тихо-тихо. Бочонки взорвать нужно, может быть. Так. Чувак, это рэпчик. Так, я не совсем понял, что мне тут реально нужно. Ну, походу, реально взорвать нужно. Пробедись он через... Угу. Хотя можно было вот так, наверное, взломать. Я что-то забыл, в первой же миссии мы там ломали же так. Вот, ведь мучают.
Ёпшкин кот. О, господи. Самому неприятно. Похоже, кто-то из твоих ребят надумал всех спасти. В следующий рассвет все они у меня будут встречать на виселице. Еще раз спрашивай, Клей, по-хорошему. А потом можем опять взять. Так, ты что кинул? Я случайно, кстати, кинул. Так, давай, я тебе забери. Черт побери, парень! Что здесь происходит? Мы я сам в шоке. За тобой из-за худу. Он наверху. Коул, я... Я не могу удержать револьвер. Ну, понятно. Не беспокойся. Иди по туннелю. Встретимся в укрытии. Будь осторожен. И Коул, выпотроши его медленно. Выпотрошу и высушу. Хорошо. Привет. Черт, у вас сюда пойдет. Все, парни, я в тебе, взять его. Ты, кстати, опять почему ты этот кинул? Ты убивал? Динамит. Теперь моя очередь. Тебе со мной не сладить. Вот то, фак, еще раз. Переоценил свои силы. Хотя, конечно, можно отсюда. Стой, ППС не просаживай. Ёшкинка, я ещё ничего не вижу. Так, ждите. Все, парень, конец тебе. Взять его. Ну, давай, ёшкин, кто ты еще? Как неудобно вообще этим оружием пользоваться. Ты убивал, теперь моя очередь. Да не вообще сладить, неудобно парень. Этим оружием пора пользоваться. Пора уж это понять. Хватит прятаться за спиной Уэба, Рудобой и прочих бандитов со значками. Так, он наверх поднялся, да? Это же ГТАшка. Все, парень. Так, дай мне адреналинчик. Адреналинчик пополнить. Так, он куда забежал? А, он вон туда забежал. И в ту дверь просто я зашел. Прошу тебя, парень, отпусти меня. Проси все, что захочешь. Я хочу кое-что уточнить. Начнем с парохода. Почему на него напали? Говори, пока я не вышиб тебе мозги. У магрудеровской шлюхи было что-то, зачем он охотился. Сэдди. Так что, говоришь, у нее было? Я не знаю. Это было известно только проповеднику. Магрудер приказал ему вернуть это. Но чертова стерва спрятала эту вещь в лоцманском сейфе, а потом рванули котлы, и он ушел на дно вместе с кораблем. Там воды футов на 10, тебе до него не добраться. В эту пору года обычно начинает таять снега, так уровень воды на добрую дюжину футов падает, а то и поболе. Спасибо, Худо. Ты что, серьезно, его живых оставляешь? Дурачок, Шер? Ах ты, сукин ты сын! Что-то не видно, чтобы горожане... Меня зовут Худо Браун!
ты им был. Замечательно. Так. Парные кольты. О, мы теперь два кольта получили в две руки. Револьверы, покорившиеся Запад. 45-й калибр, высокая скорострельность, быстрая перезарядка и изящная отделка. Уди никогда не расставались со своей парой кольтов. Хорошо. О, прикольно. Вот это на премьюху пойдет. Вонища, а? Жаль, что ты не можешь остаться, парень. Ты бы мне мог здорово пригодиться, когда вернется Магрудер. Надо забрать содержимое сейфа. Есть шанс одолеть Магрудера с его помощью. Но сначала в Додж. Додж? На кой хрен? Надо потревожить покой одного медвежатника. Они его еще приодели перед похоронами, смотрите-ка. А, чтобы не лежало в этом сейфе Макгрегору, она дороже жизни. Так что, если я успею... Тут текст такой прям, мне прям сложно читать. Если я успею первым, то, быть может, мне все уже предоставится шанс довести до конца то, что не успел сделать Нед. Хорошо. Так, на этом с вами мы и попрощаемся, а завтра, в принципе, продолжим уже, наверное, ну, я, наверное, доскочу, хотя можно сейчас до лапки. Слушай, а зачем нам, мы, кстати, можем сразу же начать, да? Да, реально, можем сразу начать, но я сейчас до лапки доскочу, с вашего позволения. Разыскивайте, да? Так, а где у нас лапка? Лапка, лапка, лапка. И посмотрим, что там можно прикупить нам с вами. Ну там в основном позвольте предложить фигня, вам да? Мои лучшие товары. Угу, показываю лучшие товары. Так, дополнительный динамит. Ну, шинам, мне кажется, не стоит тратить деньги. Потом, что патроны для дробовика, то шинам. Ускорение перезарядки ружья то шинома и рост убойной силы ружья. Но я в основном револьверами пользуюсь. Поэтому то шинома не будем ни на что тратить, тогда деньги сегодня. Тогда уже будем в следующем продавца, может быть, что-нибудь хорошее появится. Давайте, ребят, с вами был Лайков, всем пока.